Слышь, мотор-то не везет, нахуй. Или у него не везет. Я на третий попробовал поехать, но я не поехал. Да ну нахуй. Я даже ее не пробовал втыкать. А ты надо распидорасить ее как-то. А что, прямой эфир можно вести или нет? А вот что, не говорили? А почему нет? А мы опоздали на брифинг. Ну, а нам похуй. Просто бешеный. Слышь, нормально так-то разгончик имеется, да? Пойдем. Не, два надо будет включать по-любому. Но два сыфтить надо по-любому. На три не выгребешь. Я выгребу. Четвертый. Пойдем. Это же мой, блядь. Фиолетовый. Не хуя цыпляка вообще. Сейчас раскатаю. Так это считай лето. Кто летом ездит? Быстрее все репостите. Какой-то мэр, куда да? Ехать? И чё, блядь, первый куда раз ехать? Катаешься? Туда, ёмка, стену, блядь. Вот сюда. Чё, братан, сразу парня, нахуй. Все эти, да? Поехали. Поехали. Чё, как эти, нахуй? Сразу бабанем нахуй. Давай сразу. А втроем, я втроем, навстречу. Втроем, да. Четвером получается. Не, надо, я исполню еще. Давай, пятером. Давай. Фиолета первым запустим, а дальше как пойдет. Его не жалко. Да-да-да, подпрыгнула. Да-да-да-да. Слышь, нихуя там можно уехать в стеночку. Куда можно? Так они бывают. Два? Два. Выглядит это. Да, это кто? Старший. Резина скрипит, на. То есть что-то, походу, выгрузиться надо, да? Выгрузиться, походу, надо. Пружин нет, пружин. Надо купить обычно. Так поставить. Шершняга, сука, бока не успели заклеить. Целый день сегодня просто. Кипим возле машины, не покладая рук. А, тоже турбо, да? Не успели до конца тренировок. Слышь, ну два шифтицы вот тут к низу уже надо по-любому, да? А оттуда когда есть? Нет, да-да-да, оттуда, вот тут уже два намокать. Вот здесь? Да-да. Ой. Чуть-чуть ее подкинул во второй, понял, пока она теплее. В третьей очереди поедем. Походу.
Что-то не тянет, шарик. Брос 3.9. Плавник на крышу шорика. Блять, скорость. Быстро-быстро едет. Фаворит группы. Фаворит группы. А твой личный? Кто твой личный флагец? Ну, кроме меня. Зацеп нормальный, моторчики мычат. Меня на баклажане будет. На фиолете, ёмка. На фиолетовом чепухе. Вот это, блядь. Зацепы моря, судя по всему. Трансляция будет завтра, это просто на тренировке. Света, музыка, звук, вот это все, блядь. Мой короткий туда. Блядь, отходим, пацаны! Ирландский, ну что-то шевелится вроде более-менее. Завтра начало во сколько? Посмотрите, тайминг в форварде должен быть. Тимур едет на фиолете Эдиковском. Бля, жестко вообще там, да? Да, тут еще здание вот это выросло, там у нас брифинг был, не брифинг. Бля, я как так подъезд? Я бы такой. Мостик оторвется. Ну, О, Дин едет. Джеймс Олегович Дин. Хуя отрывается колесо вообще жестко. Гину советовал господина. Да, да. Туда выкрутил. Надо вкручивать, а он выкрутил. Это как лодка, короче. Вот это вот на волнах, понял? Закат. Трансляция завтра будет. Смотри, какой закат, брат. О, закат романтичный. Всем влюбленным. Как тебе закат, дружище, понравился? А, дружище, что? Газуйте! Поготовил. Ты не перепрыгни, надо. Привет. Здорово. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот,
Много ощущений. Нет, тренируется только первая группа. Каждой группе по 15 минут выделено. Да что он знает об отсечке? Я покажу там, что такое отсечка. Ты же хотел это, блядь, пропановый баллон ставить, блядь, и выхнуть, выводить, чтобы это фаер-шоу было. Страночки, на следующий сезон надо. А как там нарисован? Фермок, да? Слышно, мне кажется, мне надо закрывать эту решетку справа, потому что лететь от первого будет. Да, смотри, парни. Поснимай, пойду машину гляну. Ну, давай, давай. Да, это Дин на Аймаловской двойке. О, Яков, здравствуйте. А твой фаворит кто? Чё? Фаворит! Фаворит! Чё? Чё фаворит? Фаворит! Не знаю, кто. Я вообще слышал. Я тоже.
Звонили, из-за этого звук пропал. Ой, пока в третьей группе. О. Поебал. Мужик. Нормально. С первого раза вообще. Он походу засунул, а что вытаскивать? Трансляция будет завтра на ютубе. Кто там? Семна. Ай? Как вы? Ну чё, чё так холодно одет, блядь? Да нормально. Так, мамка, не ругай. А Каба ехать будет или нет? Не, он судит. А, бомба. Что говорит? Ну я просто у него тащил, говорит, чуть про держаку. Он говорит, держака, заебись, стабильно. Yeah? Да. Перекладка просто в клатч. Mm-hmm. Передача, третья, вторая. Нихуя себе, въебал, это вот это да, жирный. Это жирно. Он единственный, кто сделал. Вообще, очень мощно. А здесь-то углов Эдик. Сколько, он походу здесь и будет делать. Че он зашел, почему? Четыре колеса Toyota R 155 размера. Завтра будет трансляция, сегодня просто тренировки, не официальный день сегодня. I don't know, I love it. Really fun. Those little clutch kick this way. Back. If you want to be a kid, fucking teacher now every day. Teacher now. Yeah. Oh, my God.
одному, а потом парно? Да, да, сразу же. Давай. Сразу уезжаем по две пары. Нормально, бабанём его. По две пары? Тут пары, и тут пары. Получается четыре, это как колеса на машине. Получается, тут не развернемся. Да, блядь, светофор. Бегну, воткнёте, ты говоришь, вас просто, блядь, сразу всех на автовозе покатать. Ой-ой-ой. Вылетел? По посадке сразу видно, потом жалость, я смотрю. Нельзя отрывать затылок от кресла. Честно, еще не ездил, поэтому сказать не могу, но мне кажется, сейчас поинтереснее, потому что и поворот на 6 метров стал подлиннее, пошире точнее. Двойки деда батон. Аркадий, нет, не приехал. Царёк болеет. Все разные, блядь. А тут весело, оказывается. Ну, да. Пять парней и ноль блядей. Что там? Что не тянет мой мотор? Ехали? Сильно плохо, да? Еле-еле. А что, на третий не вариант? Пару слов. Не, третий не вариант, там стоит машина, как обычно. Ты на 3,9? Ну, понятно. До второй, до низа. Че, какой давляк? 2,5? Где-то так, я думаю, да, это... так. Сколько мы качали там? Где-то так уже. Чё, да, груз можно выкинуть, да? Ой! А где цыпляк-то? Что-то цыпляка-то нет. Цыпляка нет, но... Тут подкачать негде колеса, да, там говорят, минута мощность поднять, надо поднять, давление поднять. Буста. Давай. Земцев нет, Земцев тоже болеет. Пару слов туда-сюда, что сделать? Ермохина призет, змеи за... Да нет, третьего едет, мы уже третьего не попадем. Назад заводят. Да, да, у меня хотел бы затолкнуться, но там остался. Холодно. Пойду-ка перчатки одену, гоношный пиццик. Ой, ребята. Секунду буквально полежите как. Ой, все утеплился, Марик. Вроде тепло. Ну что-то ветерок такой какой-то. Так, ага, а в перчатках не увеличивается. Градусов, что-то около 10, думаю.
пока только один катался. Чё? Сейчас проедешь, посмотрим. Вторая машина, когда сзади рекладываю. Не, я вот здесь. Вот оно, какой автокал его будет. Санька, дай дунуть. Че, мы в четвертый едем, я так понимаю? А вы сколько колесок там давление держите? Да сколько дали, как не стали ничего менять. 2,5 крупно качали. Меня ебал. 3,5. Ты 3,5? Вот на морде. Уже, смотри, ха-ха-ха. На морде 3,5, блядь. Сейчас проверим. Блядь, не надо проверить давление. А по морде есть вопросы, нет? Есть, он соскальзывает вот здесь. Да? Лучше ну, на жопе много его. Так может нормально, что соскальзывает? Ну потому что да, мощности мало просто. Ну все, газа уже не жмут нифига практически. Летит, видишь? Да, да. Колян, задание отдаем. Говорит, типа ужин надо, что ли, выезжать? Кто-кто? Колян. Пойдемте, узнаем точное задание. Лёш, масло моргнуло. Но. И чё, как? Какие чуть не заглох. Чё? Здесь надо на подъем широкую. Ну сейчас я вот сюда уже. Да, прям по снегу надо ебать. Они же говорили, в мале надо целиться. Да, в мале. Они все целятся вот в эти. Выход неправильно, да, едут? Нет, конечно. Там еще пошедше надо, чем сейчас вот он так, проехал. Да. Заход я, именно. Я, знаешь, что вот говорю, что вы бы топили, к примеру, за то, что обязали первых нахуй. Вот так должен рисовать он. Чтобы ты... Во. Понял, я говорю.
Главное отопиться то, что нервы, чтобы вот так держать. Вот так. Чтобы ты вместе с ним мог вот так делать. А да, чтобы если он будет стоять, облизывать вот эту хуйню, то вот эта дрочка, он поехал, а ты, блядь, вот так. А если вы вместе вот так, Жира, сейчас покажем, ебать. Это нахуй ебать не будем, мы этот парень сразу на этом парке. Да, типа одного проезда ребенка в том парке. Лицензирован получается, да? Мультипарк на какие-то дал. Я у нас наворачивал. Идет? А, отчеры, еще лучше. Вот там не накатывают, короче, не будут резать, нахуй, это маневр так. Ну а вот скажет, нихуя, надо как бы я сделал. А так наши машины не могут делать. Тренировки, вторая группа Тимхана. А все следы видят, туда и едут, но... Вот так выскочить, нам кажется, надо ехать. Да? Мэр, пару слов туда-сюда, сделай обратно. Сейчас эта машина разъебется. Опа. Он тебе прилетел сугроб, который никто никогда не мог ехать. И уехал дальше. Прикинь, светофор заяц, право через сугроб вылетает, переезжает его и там по полю поехал. Выехался. Главное, что выехал. А папаша? Смотри, Васю подгорит, давай быстрее. Нормально. Опа, кто это тут? Опять ты, опять с камерой. Получается. Меняйте, пацаны, вы еще дома нужны. Он кроссы по акции взял, ебаный. Почем, Москву почем? Собираюсь, ёбан. Покорять. Главное педали. И попутать. А? И попутать главное педали. И попутного ветра. Не попутайте попутного ветра. А ты что, гоняешь? Ну не загоняешь. В четвертой группе, брат. Ну ты поженись. Без пяти минут. Заебали нахуй, эти банки нахуй. Алло? А? А? Привет. Стёпыч, привет, как твое здоровье? Я в четвертой группе. Разгон нормально? Просто ты что гонишь, бля? Я же чуть не заглох. Первый раз, бля. Цепу бросил, думал, она сейчас буксанет, а ну бро. А я быстрее всех был у Максима. Да, хорошо я. Хорошо, да, неплохо. А еще будет попытка? Что, едет?
Давай парни, да, я попрошу, чтобы со стороны поснимали нашу группу. Ну уже поздно, ебать, сейчас где роту. Поглянул. Кто-то на один Егосик ехал. Да ладно. Макс вроде ехал. А что ты на компрессор? 2.5 говорит. Это компрессор? Какая компрессорка есть? Да какая есть? Вон они стоят. Что, давай подъедем? Давай. Давай, я тоже подъеду. Подъедем. Куда? А? Да они сюда. Сюда. Ну что? А? Нет лампочки. Так, а да, грузик у нас. Да, грузиков у нас нет. Ну ладно, так поедем. Сейчас местечко займем. Что, спускаться будем пробовать потом там? Если что. Я думаю, что нет. Вот можно было бы пятерочку накачать. А ну ладно. Я обоссался, братан. Я сюда буду отмотать. Ну ладно. Теория. Че не так-то? Аман, на стиле. Короче, я знаю. Ну поехал в гробу. Слушай, взять не проблема. Никто тут меня орёт. Я тебе говорю, что советую. Ты еще не мне поговорить просто. Я не говорю. Чё, как? Заебок. Заеб. Посвистывает резина даже, да? Да, да. Армане! Урскалин, давай! Сказали, что не вдумайте в 2.5. Больше? Кто сказал? Росьмо. Больше? Да. Сразу прилепите на 2.5. А мы носили, да? Туда загребать, да, назад туда, вам не ошибка. Надо попробовать, так. А вот он с проехал, он нормально, мне кажется. Сейчас все мне. Вообще да. Что-то мне кажется, можно это подпустить. 3.5. Чтоб отрабатывал нормально. В смысле, что он обойченко? Ну, пока с кем тебя разговаривает. Крайняя линия вот эта должна быть левого колеса сзади. Да, ну, да, да, хорошо. Да? Да. Все, и туда и левого. Я просто... Я вас подсадила. Да, да. Там еще яма такая. Бля, ну внешний вид просто... Леша все не может нарадоваться Геннадию. Вообще, да. Три полоски, губа. О, бля. Геннадия. А? Мой шерсть не ужалил его, но Геннадия. Мне сразу было как-то остановиться. Пупыц! Ты тут снял. А жало осталось? Еще не вынул. Какие остатки есть?
Ну что, Ваня, Ваня? Че, скажи пару слов. Везет? Да, все везет, только на разгоне с плача трогаться нельзя. Это решетка, букса нет на ней. Понял? У меня новые шли в СССР, завонял. Да, ну да. Почему я... Блять, у меня пиздец, кулак же первая, потом вторая, тут третья вниз. Давление? 2,5. Прилипаешь? Нет. А ебаля тоже 2,5? Я ставился сильно рано оттуда. Так нормально. Здесь просто уже надо ехать, чтобы к Мале подъехать. Ну это ты его единственный делаешь, короче, делаешь широкую. Я сразу увидел, что надо широкую. Мотора хватает, Вань? А? Мотора хватает? На морде нету скользяка? Нет, все охуенно. Да, у меня морда 3,5 накачана. Я вначале накачал 3,5 в круг, потом думаю, 2,5 сразу попробую. Но на разгоне пизда. Дыбы едет тачка, да? Да, там нет букса. Охуеть. Охуеть. Нормально. Я первый раз стою, степ, да. Да, вот тебе просто тут вот так. Интересно, сколько скорость? 90 есть? 90 есть. Тут пятую помогли. И нахуй сходи, блядь. Я отвечаю, самое охуенное это старт. Хагис, отходим, пацаны! У тебя манометр в тачке, если что, или нет? Нет, скорее всего, да? Да, он тихий. По 15 минут каждая группа едет. Блин, у меня телефон скоро сядет. Я думаю, что никто не подключит. Нормально погоняем, пацаны. Пять парней. Нет. Надо заранее ее газом пульнуть, и там она сама стабилизируется. А ты там понижался на вторую? Нет. Нет? Я на второй, и все. Тут третья. У тебя пара 3,9, да, наверное? Там, походу, 4,3. Я пошел перебываться. Прохладно. Бля. Снимаешь? Давай, я поснимаю. Пошел погреться. Давай. А, говорите? Да. Тут твой фаворит. Фаворит? Вот он. Фаворит на не проход квалификации. Непонятно, какая там сетка будет, топ-16 или нет. Там, короче, какая-то интересная сетка будет, типа пилоты РДС против пилотов ВДБ. За камерой это механоспоттер скоробогатовский. Нормально пиздит. Татарский богатый. Ну да. Блять, подержите, я черпятки надену. Что-то вроде не холодно, но, блядь, такой легкий морской бриз все равно платит морозить. По три проезда, да, вроде получается. Чего потереть? По три проезда вроде успеваешь. Чего тебе потереть? Там, потери меня.
Трансляция будет завтра. Завтра официальный день соревнований. Сегодня выкатились на тренировочки. Да, Даня в составе команды ВДБ. Участие, не знаю, сколько стоит, но что-то там 5-10 тысяч, что такое, может 15, не помню. Красная двойка, да, там Кристопс. Дин, да, нормально Дин едет. Дин. Трансляция, короче, в инстаграме Forward Auto должна будет быть ссылка. Даня еще не тренился в четвертой группе, они с пацанами. Там стоит. Сейчас минут через 5 выйду. Дарю вам такие виды. Жига на Turbo NZ, да, есть такая. Чё? Главное, чтобы телефон не сел. У тебя пауэрбанк перед? Пауэрбанк нет, но так, заряда хватает пока. 20% сейчас. А мортики погрей, бля. Багажник. Зеленовую двойку показать. Вот она. Бывает волик как. Так, вот их много. Когда ставишься, то стараешься, а потом это твои поправки. Все.
Она такая, типа, больше зеленая. Не, это не крашеная, это пленочка. Батарея еще 15% есть, эту группу успею еще отснять. Все, погнали, ребята. Один на Поймоловской двойке едет. Четвертая группа, и скорее всего, ну не знаю, еще по кругу дадут, нет. Может дадут, может не дадут, может пиздерей дадут. Да один-то давно за эту аэродинамику в курсе, он там с греком на короткой ноге. Да нету пауэрбанка ни у кого, уже спрашивали. А Андриади вот тоже в четвертой группе вместе с Даней выскочил.
Лёша, давай! Да, это Саня Петропавловский, он поломался, но в своей группе сейчас выехал. Гуся нет, на Зимхану он не прилетел. Ну, его как бы не приглашал никто официально. Да, зацепа дохуя на самом деле. О, Дэниел. По давлению я накачивал всем в круг по 2,5, но пацаны, которые уже с трень приехали, говорят, что это вот до хуя и надо спускаться.
Ну да, мотор тут прям нужен. У Ермохи не везет мотор на 3,9 паре. Прям тухнет, мычать начинает. Липучка, потому что это территория автотехцентра, и чтобы тут не губить асфальт, используется липучка. Ну и на шипах по-хорошему, конечно, ехать по подготовленному льду. Да я тут трансляцию, блядь, веду. А, блядь, никто не проехал. Ну да, было дело. Ебать! Свистит мэр. Минин едет на фиолетовой чепухе, которую в аренду сдает Эдя Гурский. Так с цепи воняет. Ой, у Кристопса сцепа.
Лёша! Откатали. А, я ебать замерз в этих кроссовках, конечно. Но там, где до асфальта раскатывают, там бегают ребята, снежок подкидывают. Че, ребятишки, как наши проезды? Да. Я ебать замерз. Че скажете? Я хочу курить и ссать. Курить и ссать? Да. Покажи. Ну, хобби у меня такое. Так, че у меня? Бля, как она? Я не смотрел куда. Да. Вообще. Не мое дело. Че ваше мнение, как отнули, ребята? Пару слов туда-сюда нахуй сделайте. Нахуй Эдика, блядь, ткнул. Так он меня тоже, бля, мне крыло опять развалилось переднее. Фарка, нахуй, все дела. Ой, блядь. Не, ну пиздяк, ну нормально, пойдем. Так, ребятки, ладно, мы отключаемся. К сожалению, зарядка закончилась, сейчас надолго не хватит нас. Эфир сохраню. Эфир сохраню. Так что ищите там, кто еще ведет прямые эфиры. Всем спасибо, всех обнял, все красавчики, что только столько просидели в этот субботний прекрасный вечер, день. Болейте завтра за нас. Надеюсь, у нас все получится. Да? От души, ребята. Спасибо, ребят, спасибо.